Бодрого завтрака, ребята! С вами Елисеев Михаил и канал Компас Инвестиций. И сегодня я подобрал для вас подборку свежих сайтов без вложений. Вы сможете отсортировать все сайты и выбрать именно те, выдрать прям вот те сайты, которые платят и вам нравится с них собирать, потому что вы тратите меньшее количество времени и получаете большее количество профита. Соберите несколько сайтов с моего канала, потому что я делаю часто подборки про без вложений, и вы сможете получать 1-2 бакса каждый час. И это абсолютно реально. Из большого количества, из 50 сайтов без вложений, выберите 10 сайтов, и вы получите вот те 60-120 рублей, которые вы можете зарабатывать каждый час. Представьте, сколько это денег ежедневно. Если у вас есть время, терпение, это для студентов, школьников и пенсионеров, либо для тех людей, кто не хочет рисковать и хочет уже услышать звон пиастров в своем кошельке из интернета. Потому что в интернете реально бабки есть. И пока там нет так много людей, они там будут, друзья. Поэтому вперед, мы начинаем. И первый сайт в нашей подборочке называется Coin4BTC. Ссылка будет в описании. Друзья, я не буду показывать, как здесь регистрироваться, потому что регистрация простейшая. Первое, вводим пароль, потом мы повторяем пароль, два раза обычно его вводится, и указываем, конечно же, наш Gmail. Ребята, Gmail, потому что на Gmail все активационные письма всегда приходят. Заведите правила в любых интернет-проектов с вложениями, либо без, именно Gmail использовать. Получите письмо от данного сайта, нужно будет пройти на данное письмо, активировать ваш аккаунт, и все, вы можете уже приступать к заработку. Ну что ж, начнем. Coin4BTC. Интерфейс обычный, который повторяет другие американские буксы. Ничего здесь нового. Самая главная кнопка, так сказать, бабло, это Surf Ads. Еще раз повторяюсь, выбирайте те сайты, которые дают много бабла за минимальное время. Пускай это много, я говорю в таком широком смысле, да, нужно выбрать максимальное за минимальное время. Ловили? Итак, тут нужно отгадать капчу. Капча отгадана, give me access. И присутствуют подборки из разных сайтов. Также есть спонсорские ссылки. И сразу же, сколько бабла мы получим за просмотр того или иного сайта. Допустим, за этот. Смотрим, получаем вот это количество долларов плюс один поинт. Давайте это сделаем. Нажимаем сюда. Заполняется у нас зеленая полоска, дождемся ей полного заполнения. Почти, и сейчас нам нужно будет отгадать простую капчу. То, что перевернуто, мы выбираем IP, к сожалению, уже смотрел данный сайт в течение 24 часов. Давайте выберем что-то другое, к примеру, вот этот. Такая же бегущая строка, но быстрее и платит тут меньше, соответственно. Дольше смотрите, платит больше. Итак, выбираем здесь перевернуто. И thank you for watching. Спасибо за просмотр. Баблишко уже сыпется в наш кошелек. И можно вернуться обратно. Для этого просто название сайта я ввожу и захожу в свой аккаунт. Присутствует реферальная программа. Она находится в разделе Banners. Как обычно, там есть и баннеры, и реферальные ссылки. Получаете вы также вознаграждение, если привлекаете ваших рефералов. Хочу сразу заметить, многие мне хейтеры пишут, да что ты зарабатываешь на рефералах. Ребята, это для того, чтобы моя аудитория могла уже сейчас зарабатывать без вложений. Уже почувствовать запах или хотя бы чуть-чуть аромат денег из сети. Я беру проекты, те, которые мне передают мои подписчики. Они дают мне логин, пароль, соответственно, оформляют сразу свою реферальную ссылочку, и я ее размещаю. Хотите также, хотите участвовать в данной подборке, пишите мне ваше название сайта, логин, пароль, и также специальным оформлением, как вы увидите, написаны ссылки реферальные под этим видосом, также свою. Тогда, если сайт годный, если его еще не было в подборочке, то я его обязательно включу в следующем списке сайтов без вложений. Итак, реферальная программа дает заработать тут проценты, так как сайт дарит часть прибыли, которую он получает. То, что вы смотрите разные баннеры, вам от ваших рефералов. Присутствует покупка рефералов, то есть можно купить рефералов, которые будут вам приносить прибыль. Ну и цена их будет, конечно же, очень большая, и не факт, что вы их отобьете. Поэтому сначала заработайте тут деньги, а потом уже можете их тратить на что-то. А потратить их можно как на покупку рефералов, так и на покупку рекламы. Какой-нибудь проект,
Хотите загнать людей? Пожалуйста, размещайте здесь баннер, размещайте здесь реферальную ссылку, и точно так же люди будут смотреть, вот как сейчас я какой-то сайт просматривал, да? Нужно здесь все это дело заполнить. Чтобы вывести деньги, просто нужно нажать на кнопку Withdraw. Сразу хочу сказать, ребята, возьмите себе за правило, все буксы, все сайты смотреть на английском языке, так как там все типовое. А здесь достаточно демократичная минималка на вывод, которая составляет $1.10. Ребята, ссылка на Coin4BTC будет в описании, а мы идем дальше. Следующий сайт нашей подборки – Morning Nice Day. Похожий на прошлый, тоже американский букс. Если мы посмотрим на мониторинг трафика, и я смотрю это все с SimilarWeb, вы видите, что из Украины наибольший трафик. Проект только набирает популярности, и всего лишь 110 тысяч посетителей имеет ежемесячно. Поэтому спешите, проект только начинает раскручиваться, соответственно, сейчас он платит. Можно как купить рефералов, можно как вывести деньги. Кстати, минималочку давайте посмотрим, она здесь уже составляет 2 зеленых мертвых американских президентов. Ну а если вы хотите заработать, что самое главное, то кнопка «Бабло» называется «Earn Money». Можно смотреть рекламу, также можно заниматься вот этой штукой «Revenue Shares». Рассмотрим самый популярный заработок, который называется «View Advertisement», то есть просмотр реклам. За просмотр данного баннера нам платят целых небольшое количество центов, но что-то. Итак, у меня открывается просмотр, ждем, пока полоска заполнится. Здесь еще проще. Нужно выбрать перевернутое облако. Выбираем его. Нам засчитали просмотр. Бабки поступили нам в кабинет. Присутствует здесь большое количество баннеров на разное время, на разную стоимость. Все данные буксы, если вы заметили, заточены на одном движке. Присутствует покупка рефералов. Также есть ссылка, которая находится в баннерс. Вы ее раздаете друзьям, знакомым, и они будут становиться вашими рефералами. А, соответственно, вы будете получать чуть-чуть, отщеплять вам будет данный сайт прибыли в ваш кошелек. Также присутствует upgrade аккаунт для того, чтобы вы получали чуть больше, и условия здесь указаны. Если вы только зарегались, вы находитесь вот в этом столбце. То есть free, без всяких вложений, без всяких. Вы можете потратить заработанные деньги и апгрейдиться, к примеру, для The Morning Day. Будет 30 дней продолжительность данной покупки, данного апгрейда. И, соответственно, вы видите, какие здесь плюшки, да? Ничем практически не отличается, кроме как просмотр стандартной рекламы будет уже вам оплачен в 3, ребята, в 3,5 раза больше. Ну и так дальше. Ваш прямой реферальный клик, то есть, если человек заработал вам деньги, да, то вам он заработал, ваш реферал, не вот это количество, а вот это количество. Все. В общем, ребята, ссылка на данный проект букс Morning Nice Day будет в описании, а мы идем дальше. Следующий букс, казалось бы, на том же движке, но админ постарался и нарисовал хороший дизайн. Называется букс Golden Falls, ну, в теме золота или цифрового золота. И, конечно же, мы здесь будем собирать цифровое золото биткоин. Нажимаем Faucet, нажимаем Bitcoin Faucet, и присутствует также сбор, кстати, догов там. Можно выбрать и доги Faucet. Но биткоин лучше, чем доги, поэтому давайте соберем. Дает целых 20 сатоши. Для этого нужно просто перейти по этому баннеру, посмотреть его не менее чем 10 секунд, отгадать вот такую капчу. Но я на эту капчу пожмакал, и у меня нормально прошла она. Я не робот. Далее. Нажимаем сюда, click here to continue. Теперь эта кнопка у нас доступна. Ждем 10 секунд. Остается всего лишь 1 секунда. Нажимаем get link. И, ребята, очень много рекламы, ну и дают тут, конечно же, очень-очень много. Итак, давайте проверим. Нажмем. Если нас ничего не выйдет, то придется еще раз нажимать и проходить сбор. Отлично, мы собрали, ребята, зачки просто 20 сатоши. Можно собрать еще, но нужно подождать 120 секунд или 2 минуты, ребята. Очень круто, 20 сатоши даются за 2 минуты, каждые 2 минуты. Поэтому торопитесь, присутствует сбор также и догов, когда валюта запампится, тогда можно ее слить по очень хорошей цене, поэтому тоже советую ее собирать, но, к сожалению, приравнивается тут сбор либо догов, либо битков. Все к одному лишь счетчику, да, 2 минуты.
как и в прошлых буксах, есть партнерская программа в разделе «Прямые рефералы». Здесь список ваш будет рефералов. Также реферальная ссылка есть в разделе «Баннерс». Вывод есть в разделе «Withdraw». Но здесь минималка всего лишь 10 тысяч сатоши, друзья. Кстати, можно и использовать другие способы заработка, такие как PTC Ads. Зарабатываем уже битки. 10, 10, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 50 сатоши можно собрать очень быстро. Достаточно просто перейти по этому баннеру, посмотреть сайт, ребят, и начать уже цифровое золото собирать прямо сейчас. Но иногда очень-очень долго грузятся ссылки из раздела 50. Дождитесь, ребята, имейте терпение, ссылка обязательно загрузится, нужно всего лишь после этого ввести капчу. Нажимаем на кнопку Continue и ждем. Когда у нас заполнится зеленая полоса. Полоса заполнилась. Можно выбрать то, что перевернуто. В данном случае это у нас был этот робот. Можно вернуться обратно и продолжить смотреть другие баннеры. Ссылка на данный букс-кран будет в описании, а мы идем дальше. Сайт WellClicks.net. Ссылка будет в описании, ребята. Здесь заработок очень простой. Прям по-русски, для русских, на кириллице, на русском языке все написано. Давим на кнопку «Заработок», смотрим VIP-ссылки, получаем по целых 2,5 копейки за просмотр данного баннера. Да, давайте на него посмотрим. Ждем, пока у нас загрузится, ну или обратный отчет в данном случае закончится. Нажимаем на кнопку «Подтвердить». Все, даже никакой капчи, никаких заморочек. Деньги нам засчитаны, ребята. Очень классный проект, спешите, тем более он пока не зажрался. Не такой уж большой у него здесь трафик, друзья, как на других миллионниках. Видим, на основном балансе у меня есть уже деньжата. Присутствует автосерфинг, где вы можете на автоматическом режиме смотреть, и вам будет капать деньги. Вот это количество сатоши, пускай и немного, но в автоматическом режиме. Просто то, что вы будете находиться здесь, и деньги будут вам капать. Видим, просмотры на ссылок 1. Смотрим еще. Просмотры на ссылок уже 2. Смотрим еще. 3, 4 и так далее. Все аккумулируется здесь на основном балансе. Вывод находится в одноименном разделе «Вывести». Выводить можно как на Payeer, Яндекс.Деньги, Kiwi, на разные номера ваших телефонов. Можно, кстати, если у вас нет Payeer, зарегать его вот здесь. И также размещать на данном сайте рекламу. Если вы хотите рефералов привлекать в какой-то из проектов, пишем заголовок, как будет называться ваш рекламный баннер, рекламное объявление, текст, что будет написано, ссылка реферальная. Также с фрейма можно выставить количество переходов, от этого будет зависеть стоимость. Также сколько раз может один человек делать данное задание, просматривать. И какое размещение VIP или обычное VIP будет всегда вверху, соответственно, вы будете платить больше. Но не советую данного ставить, данное объявление и общая цена, сколько будет стоить. Также это влияет на цену. Обычное либо VIP размещение, цена будет разная, друзья. Присутствуют конкурсы рефералов. Допустим, вот этот человек пригласил 52 реферала и получил целых 100 рублей. В разделе «Мои партнеры» есть реферальная ссылка для заработка, чтобы сама площадка WellClicks делилась с вами заработком рефералов. Общая статистика, доступная для всех, есть в разделе «Статистика», а также можно пообщаться с другими людьми в разделе «Чат». Ребята, ссылка на WellClicks будет в описании. Обязательно присмотритесь к данному проекту. Быстрый, надежный, реально платящий. А мы идем дальше. И следующий проект Books очень уникальный. Что же его делает таким уникальным? Давайте разбираться. VisitBox, друзья. Здесь внутренняя валюта называется VC или визиты. Цель данного проекта — привлечь большое количество людей в разные сайты, то есть чтобы там были посещения или так называемые визиты. Вы можете зарабатывать визиты, менять их на реальные деньги на бирже визитов. Вот здесь. Но давайте разберемся, как же их сначала зарабатывать. Нажимаем «Просмотр сайтов», и нам тут пишут: просматривайте сайты, получайте визиты, размещайте свои сайты в системы или продавайте визиты на бирже. За просмотр любого сайта вам начисляется один визит. Давайте просмотрим данный сайт. Всего лишь осталось 500 доступных просмотров. Идет обратный отсчет. И выберите стул. Выбираем стул.
просмотр успешно завершен, нам зачислены визиты за просмотр данного сайта. Мы переходим на биржу визитов и видим, сколько стоил один визит в рублях и как менялась цена. Сначала она, видим, выросла, потом чуть-чуть подупала. Можно выставлять ордера, смотреть количество ваших ордеров, какие закрываются. То есть, похоже что-то на криптобиржу. Но перейдем в активные ордера и давайте посмотрим, как размещать ордера на продажу визитов. Вы видите, человек, допустим, продает небольшое количество визитов, к примеру, 1000 визитов. И цена за KVC, то есть K, это означает кило или 1000. То есть стоимость рублей за 1000 визитов, 16 рублей. Можно купить, можно продать, а можно выставить, разместить свой ордер. Выставляете количество, сколько у вас KVC. Количество должно быть равным 10 и цену за 1000 просмотров, да, 1000 визитов. Сумма, если мы будем продавать 10 VC или 10 визитов, у нас получается 16 копеек. И это достаточно хорошая сумма, учитывая, что просто нужно просматривать сайт. Ребята, советую присмотреться к этому уникальному проекту. Тем более, посещалка у него достаточно серьезная. Он over 1 миллион визитов имеет ежемесячно. Присутствует партнерская программа, можно зарабатывать на привлечении рефералов. Кстати, просто так сайт будет делиться с вами заработком своим и давать 50% от того, что заработали ваши рефералы. Ребят, ссылка на VisitBox будет в описании, а мы идем дальше. Следующий кран, следующий проект, я бы даже сказал, который позволяет нам на автомате собирать криптовалюту. Причем, начиная от банального биткоина и заканчивая такими достаточно экзотическими монетами, как Podcoin, либо PPC, либо BTX и так далее. Даже Blackcoin. Ребята, в общем, полный набор. Для начала вы должны зарегаться. Банальная регистрация, но после этого сразу заходите в раздел Wallets и оставляйте все те кошельки, которые вы будете валюты здесь собирать. Это у нас биткоин, эфириум, лайткоин и многие-многие другие. Так как тут можно одновременно собирать с многих кранов, да и причем на автомате. Пускай немного, пускай не настолько этот крутой сайт, допустим, как FreeBitcoin, но все равно. Давайте попробуем собрать. Я покажу, как же здесь это делать. Нажимаем Dashboard. Дальше. Советую вам убрать переключатель автоматического вывода денег на Faucet Hub, на агрегатор кранов. Давайте соберем, допустим, BTC AutoFaucet. Кстати, если вы не указали какой-то из номеров кошельков, то эта валюта у вас будет недоступна для сбора. И вместо кнопки Claim будет написано по-английски, что, пожалуйста, добавьте Wallets, ваш номер кошелька для данной монеты. Давайте соберем, к примеру, Dogecoin, нажимаем на Claim, но имейте в виду, что вознаграждение здесь будет 250 Dogecoin Satoshi. То есть нужно будет собрать порядка 4000 автосборов, чтобы собрать 1 Dogecoin. Потому что 1 миллиард Dogecoin Satoshi содержится в одном доге. Ну что ж, давайте начнем. Тем более здесь на автомате вы соберете сразу 40 раз. Нажимаем Claim. Кстати, расходуются здесь специальные битсы. Битсы тоже нужно собирать, чтобы у вас шел заработок. Как собирать битсы, сейчас я вам покажу. Вы видите, что у меня идет обратный отчет. И когда эта полоса достигнет завершение, мне дадут еще 250 тысяч сатоши. Итак, ребята, 40 раз. Также у меня открыт эфириум. Также я могу открыть биткоин. Все это находится в дашборде. Мы переходим на главную страничку. Нажимаем на биткоин. Видите, цена 100 битсов, кстати, за открытие автосбора. Но, к сожалению, меня предупреждают, что у меня недостаточно этих самых битсов, чтобы открыть. Давайте их соберем. Нажимаем битс. Я уже просмотрел одну сокращенную ссылку, и еще у меня доступна 41 сокращенная ссылка. Заработал я 270 битсов, и 5540 битсов у меня осталось. Давайте откроем, допустим, вот эту. 240 битсов мы за нее получим. Итак, отгадываем капчу, опускаемся вниз, нажимаем на эту кнопку, click here to continue, ждем обратный отчет 15 секунд. Но кнопочки, казалось бы, никакой не появляется. На самом деле, опускаемся вниз, нажимаем на Get Link, кнопка была внизу. И нам должны засчитать 240 битсов. Ура! 240 битсов у нас есть. Бежим в дашборд и запускаем автомайнинг еще биткоином. Давайте нажмем на Claim.
Отлично, автоклейм у нас запустился, и все свои автоклеймы, автосборы мы можем посмотреть вот здесь, в разделе Your Run Has Been Started, то есть вы запустили, и нажимаем на Claim Tab, то есть раздел сбора. Вы видите, что у меня запущено 3 сбора. По эфиру я уже 2 посмотрел, получил 4 эфира Сатоши, то есть это уже 8, 4 на 2. И по догам я уже 250 сатоши, умноженное на 2, 250 тысяч, уже получил 500 тысяч сатоши догов. Ну и касательно биткоина, немного, то есть 0.22 биткоин сатоши, это очень мало, то есть это у нас только где-то пятая часть от одной сатоши. А всего за 40 сборов, автосборов, я получу 8,8 сатоши, но я их получу на полном автомате, один раз запустив. Тем более здесь можно все одновременно включать. Поэтому, ребята, регайтесь на разных биржах, где есть все эти номера кошельков. Кстати, найти номера кошельков не так уж и сложно. Обычно они есть на крупных биржах. Как же найти эти биржи, к примеру, для очень таких экзотических валют, как Podcoin? Для этого идем на CoinMarketCap, указываем ту монету, которая нам нужна, пишем, к примеру, POT, переходим на страничку с монетой, переходим в раздел Markets и видим все биржи, на которых есть данная монета. Регайтесь на данной бирже, берете адрес для депозитов и все, собираете все эти монеты одновременно, главное, чтобы хватало битсов. Есть также реферальная программа 15%. Сам сайт отчисляет как комиссию за то, что вы привлекаете рефералов. У рефералов, еще раз повторюсь, ничего не забирается. Кстати, процесс автосбора вы можете мониторить прямо в своем кабинете. У вас заполняется зеленая полоса, и вы видите количество, сколько вы уже авто собрали на данный момент автоматических сборов. Сколько у вас есть на балансе и как эти деньги вывести, все находится в разделе Wallets. Нажимаем сюда, и вы видите, сколько у вас на балансе, к примеру, биткоинов и другой криптовалюты. Чтобы вывести, нажимаем Withdraw, но, к сожалению, нужно иметь определенное количество сатоши. Для биткоина, я, насколько понимаю, здесь всего лишь один сатоши. Пока еще отсюда не выводил, но так как кран реально работает с Faucet Hub'ом, то обычно минимум один сатоши здесь можно вывести моментально. Ссылка на рандом сатоши сайт будет в описании, а мы идем дальше. Следующая очень увлекательная игра, и причем без вложений, называется Боники. Вот что-то такое созвучное с приятным, хорошим, да, или бонусами. Сразу нас встречает после входа в наш аккаунт приветствие надпись, чтобы начать игру, пожалуйста, просмотрите сайт нашего спонсора в течение 15 секунд. Если кнопка не кликабельна, просто обновляем страничку. Итак, давайте обновим страничку. И у нас кнопка становится кликабельная. Давайте закроем сайт рекламодателя. И наш просмотр засчитан. Начинаем новую игру, чтобы уже зарабатывать деньжата. Правила очень просты. У нас есть 30 минут. Каждые 30 минут нам дается выстрел. Есть всего лишь 5 выстрелов. Давайте выстрелим. Стреляем из пушки. Оу. Чем больше мы соберем боников, тем больше мы заработаем. Как классно. То есть, чем сильнее у нас натяжение, тем дальше летит ядро. Оу, увы, мы улетели за экран. Не будем слишком сильно стрелять. Все, ребята, наш выигрыш составил целую 1 копейку. Немного, но зато очень интересно. И это один из тех сайтов, в которых можно реально заработать без вложений. Выплаты осуществляются на 3 платежные системы. Это Яндекс.Деньги, WebMoney и Payeer. Минимальная сумма к выводу это 50 рублей. Вы видите, люди здесь уже выводят деньги. Реферальная система есть, где вы можете взять свою реферальную ссылку. И вы можете зарабатывать также на рефералов. Привлекая людей, вы будете получать 20% от заработка, который вам будет давать сам сайт. Кстати, после обновления странички у нас идет обратный отчет, сколько времени осталось до следующей игры. Но есть и подсказка. Вы не думайте, что 1 копейка тут будет вам выбиваться каждый ваш выстрел. Если цифра будет 9, то есть вы соберете 9 баллов, то есть максимальное количество это 1, 2, 3, 4,
5 и так далее, соберете 9 баллов, вы получите сразу 25 рублей, ребята. Практически 2 таких захода, и вы получите возможность вывести деньги. Можно отключить звук, если он вам надоедает, либо со звуком более интересно слышать взрывы ядра. Ребята, ссылку на данный проект, очень увлекательный, боники, найдете внизу, а я иду дальше. Сайт называется Online Galaxy. Это типичная экономическая игра. И тут, казалось бы, нужно вкладывать деньги, но нет. Ребята, я сразу вас предупреждаю, что экономические игры очень часто блокируют выплаты, поэтому ни в коем случае сюда мы не вводим реальные деньги, ни в коем случае. Только выводим свои заработанные бесплатно на серфинге и на других способах здесь заработка без вложений. Вы скажете, тут нужно пополниться, чтобы заглушку так называемую, да, ну кто не знает, что такое заглушка, это когда нужно небольшую монетку свою реальную бросить, чтобы включился реальный вывод денег отсюда в вашем кабинете. Но нет, такого здесь нет, так как тут есть такая вот штучка. Зарабатывай реальные деньги без вложений, и для разблокировки функции вывода заработанных средств достаточно заработать на серфинге без вложений всего лишь 1000 серебра. То есть все здесь честно. По трафику на данном проекте мы видим, что он пока что не пользуется популярностью, а соответственно деньги здесь не вымываются, не вымываются из кассы. На балансе для покупок у меня есть уже сумма. Можно купить какую-то космическую штуку. Ну, допустим, доходность вот такая у меня есть, да, стоимость. Ну, давайте подберем что-то по нашему балансу. Ну, к примеру, вот эту. За 1000 серебра у нас останется всего лишь 21 серебра. Итак, перед тем, как докупить трон, следует собрать весь уран на базе. То есть, интересная такая вот штука, да. Собираем уран. Собрать все. Вы собрали уран. Давайте купим дрон. Вы успешно купили дрона Наги. Одна штука. И мы будем получать деньги на баланс для покупок и для вывода. Сразу хочу сказать, что можно зарабатывать здесь и без вложений. И также присутствует ежедневный бонус. Нажимаем сюда. И нам советуют перейти по этому баннеру, чтобы получить ежедневный бонус. Он дается всего лишь один раз в 24 часа. Нажимаем «Получить бонус». На ваш счет для покупок зачислен бонус в размере 39 серебра. У нас бонус зачислен. Кстати, еще можно получить точно такой же купленный мною буквально пару минут назад дрон абсолютно бесплатно. Достаточно перейти в раздел «Дрон в подарок» и вступить в группу ВКонтакте. Условия вы здесь увидите. Но если вы реальный рифовод, то можете привлекать реферала. Достаточно перейти в раздел «Рекламные материалы», взять реферальную ссылку, и вы будете получать вплоть на 6 уровней в глубину от дохода ваших рефералов. Но имейте в виду, что в том случае только если эти рефералы будут пополнять реальные деньги. Я же вам ни в коем случае не советую пополнять здесь деньги, так как ваши шелестящие пиастры, которые вы заработали либо в интернете, в инвестиционных проектах, либо в других каких-то буксах и кранах, они очень-очень дороги, чтобы их вбухивать в экономические игры. Но и серфинг без вложений находится в одноименном разделе. Немного, конечно же, здесь сайтов, и заработок тоже небольшой, но он здесь есть. Допустим, за просмотр данного сайта нам будет заплачено 5 серебра. Давайте просмотрим. И только лишь просмотрев данный сайт, даже не находясь на данном сайте какое-то определенное время, нам засчитали 5 серебра, друзья. Кстати, я поспешил сказать вам, что не нужно здесь находиться. Нужно, ребята, находиться. И вы видите, что, к сожалению, таймер идет, но нужно дождаться его окончания. После окончания таймера нужно указать количество звезд. Мы видим здесь 7 звезд. Давим на цифру 7, на счастливую цифру. Но, к сожалению, почему-то нам приравнивают это к неверному ответу. Давайте еще раз просмотрим какой-нибудь сайт. К примеру, вот этот за 3 серебра. И тут таймер всего лишь 20 секунд. Здесь простое математическое выражение. Нажимаем 1. Спасибо за посещение. Плата за просмотр
нам начислено, друзья. Деньги на баланс упали. Можем выводить, можем приглашать рефералов. Кстати, для выплаты просто нажать нужно на кнопку «Заказать выплату». Выводит на все эти платежные системы. Ну и инфа вот такая, ребят, актуальна. То есть у каждой платежной системы своя комиссия, свои нюансы. Ну, допустим, самая популярная выплата из буксов, конечно же, на Payeer. Давайте ее выберем. Выплата здесь минималка 1 русский деревянный рубль. Регистрируйтесь и зарабатывайте. Вот тут, кстати, описано, что вы можете не пополнять игровой баланс, если хотите выводить деньги. Но минимальная сумма для разблокировки вывода 10 рублей, которые вы можете заработать вот в этом буксе-серфинге, который я вам только что показал. Достаточно на него перейти и вуаля, выполняйте задание, собирайте серебро и будет вам доступен вывод из данного проекта. Ребята, ссылки на все данные буксы, сайт, экраны оставлю в описании. Собирайте ту подборку сайтов, топовых сайтов, где вы можете вывести быстро максимально большое количество сатоши, копеек, либо баксов до центов собрать. И тогда вы будете зарабатывать тот доллар-2 в час. Подписывайтесь на мой канал, ставьте этому видео класс. А с вами, как всегда, у микрофона был Елисеев Михаил. Да пребудет с вами профит. Пока-пока.